Если вы заглянете в социальную реформу ДВК, то увидите. Именно раздел по поводу пенсии звучит так, что мы вводим такое понятие «минимальная дополнительная пенсия со стороны государства». И в программе ДВК написано, что помимо того, что человек получает через единую накопительную систему, государство будет гарантировать минимальную государственную пенсию. Мы этот размер определили, что будет выплачиваться в течение 4 лет поэтапно от 300 до 400 евро. На самом деле, когда мы писали, курс евро был порядка 350. Так вот, вы посчитайте, что государство будет доплачивать дополнительно к вашей существующей пенсии эквивалент в тенге в размере 400 евро, что на данный момент составляет 172 тысячи тенге. То есть помимо вашей основной пенсии, вы будете получать доплату со стороны государства, пенсию. Притом это не имеет значения, работали ли вы, не работали, имеете ли вы какой-то стаж. Это все учитывает единая накопительная пенсионная система. А государство гарантирует минимальные 400 евро или 170 тысяч тенге любому гражданину, который достиг пенсионного возраста. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.